апартаменты Каравелли. Заходим осматривать. Nothing's been done in here yet. They still have, should be ready here in the next couple of days. So, mm-hmm. I'll let you take your video. Yeah, exactly. And just shut the door. Pete's here. He'll come back and lock it later, okay? Oh, yeah, okay. All right, so just let me know which one they decide that they want, okay? Yeah, what area for this apartment? How many square feet? About 1,000. Yep. Приблизительно 1000 квадратных футов. And then rental prices? $675. Need to pay for electricity, heating? Gas and electric. Ah, gas and electric. Yes, gas and electric. It's a separate bills? Yes. Not, gas is not included in the apartment? No. Mm-hmm. Газ и электричество не входят в стоимость аренды, они отдельно оплачиваются. Ah, okay, okay, thank you. Yeah. All right, text me if you have any questions. Mm-hmm. Just shut, pull the door shut when you're done, okay? Yeah, okay. All right. Excuse me, about this couple technical holes, you're... They're passionate, Pete. He's working down in the other building right now, and then he's coming up to do that. Ah, and I fix it. Uh-huh. Okay. All right. Тут они сейчас делают... Да, они сейчас делают сейчас тут ремонтные работы после прошлых жильцов, поэтому вот эти вот две дырочки, они буквально вот на днях все уберут. Кухня. Соответственно, будет сделана покраска. Плита. Так, посудомойка есть. Да, посудомойка присутствует. Окно выходит на гараже, вот это вот. Угу. Холодильничек работает. Угу. Так, здесь у нас балкончик. Так, сейчас мы его откроем. Сейчас у нас как раз 12 часов дня, так что такой тенечек здесь есть хороший. Тихо, окна выходят не на проезжую часть, очень тихий такой райончик. Так, пойдем дальше осматривать. Так, что мы здесь имеем? Ванна. Обычная, стандартная. А, о, хорошо, отлично. Вот это редкость, чтобы душ был съемный. У нас, например, в апартаментах, сколько я не видел, у них везде душ, который намертво прикручен. Здесь он съемный. Тоже, соответственно, здесь будет проводиться ремонтные работы, они все установят. Пытались здесь, видимо, ремонтировать что-то. Так. Одна спальня. Встроенный шкаф. Окна выходят на задний двор. Так, здесь что у нас? Щитовая с предохранителями, со всякими. Еще одна комнатка, такой технологический шкафчик для всякого хлама. И еще одна спальня. На ту же сторону выходят окна и тоже здесь шкафчик. Тоже выходит в стол окна на... заднюю часть двора. Здесь у нас климат-контроль. В основном, так понимаю, что здесь нагрев. Ну, еще раз покажу весь дизайн
основной залы, чтобы было понятно, что за апартаменты. Вот на выходная дверь, а здесь располагаются две спальни. Санузел, так понимаю, один. Ну и при входе прям такая большая здесь комната, куда можно тоже складировать разный хлам, одежду, все что угодно. Второй этаж. Я так понимаю, ландри располагается в подвале. И второй выход. Отдельно, я так понимаю, можно снять будет гараж. Стандартная такса — это $50 в месяц за аренду гаража. Да, как я догадался, здесь располагается прачечная. Сама стиральная машина и как бы сушка. Здесь, видимо, кто-то здесь хранит свой став. Вот. И второй выход. С другой стороны здания. Вторая лестница. Еще раз повторю, апартамент находится на втором этаже, так что это очень удобно. До ближайшего магазина минут 10 езды на машине. Сразу несколько магазинов есть. И Walmart, и Family Fair. Чуть подальше располагается Aldi. Минут, наверное, 15 езды. Так что, в принципе, вся инфраструктура находится в шаговой доступности.